Настя, Миша Ефремов сейчас вот на каком там положении? Как все? Как все. Или все-таки есть такое вот, что он известный, звезда? Нет. Просто эта колония, она не строгого, она общего режима. А, и, как я понимаю, ну, это как общага такая мужская. Это как первоходы. Миша Ефремов что рассказывает, как у него там сейчас дела? Он мне вчера только позвонил. Да? И я говорю, ну как ты? Он говорит, ну ты-то хоть дурака не валей, ну как у меня? Здесь ну. ничего не меняется, здесь ничего не происходит. Он не может сказать, как. Ну там понятно, каждый день, день сурка. Одинаковый, каждый день сурка, только он работает? Он работает, он вставляет эти самые замки в комбинезоны медицинские. А режиссура? А говоришь, что он режиссирует. Там, он кстати. Там снял на телефон два фильма. О, ну, то есть творчество есть. Премии за это. Там по внутриколониальным каким-то у них фестивалям, оказывается, есть. Театром он там не может заниматься. Почему, и, во-первых, кстати? И как бы не было у него такого намерения. Во-вторых, там нету для